Здравствуйте! В эфире Астра ТВ, программа «В поиске ответа». С вами я, Анна Богачева, и сегодня мы вновь попробуем заглянуть в загадочный мир истории. На сей раз наш разговор будет посвящен следам высокоразвитой цивилизации, которые до сих пор сохраняются на территории современной Греции. По сей день люди зачарованно смотрят на античное сооружение, которое вот уже 2500 лет прославляют величие Древней Греции и доносят до нас менталитет древнего народа, положившего начало европейской цивилизации. Насколько это актуально для нас, живущих в 21 веке, мы будем говорить с исследователем, путешественником, писателем Андреем Юрьевичем Скляровым. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Я знаю, что вы совсем недавно вернулись из Греции, где вы провели какое-то время. И, конечно же, я убеждена в том, что часть своего времени вы посвятили именно поискам, исследованиям. И действительно, удалось ли вам обнаружить следы древних высокоразвитых цивилизаций или цивилизаций? То есть как мы можем говорить, в единственном или во множественном числе? Ну, во-первых, не часть времени, а мы ехали целенаправленно, собственно, как мы ездим по другим странам, искать следы именно, причем не просто древней цивилизации, а именно высокоразвитой в техническом отношении цивилизации. Вот. Греция вообще такая страна достаточно, ну, можно сказать, забавная, можно сказать, странная, наложивший на самом деле очень сильный отпечаток на нашу культуру. Точнее, на нашу культуру наложил отпечаток, собственно говоря, самый последний культурный пласт Древней Греции, который мы изучаем в школе, там, в институтах это все преподается тем, кто изучает историю. Ну и то, что вот в фильмах мы видим про Древнюю Грецию, например, даже в художественных, это в основном построено на материале уже, ну, скажем так, первого тысячелетия до нашей эры. На самом деле это один из самых последних уже пластов, ну, если не брать современную Грецию, да. А до нее там даже историки насчитывают несколько совершенно разных периодов, когда приходили какие-то народы на место других. Я не буду там зрителям забивать голову, там название сети легко можно найти. Вот. Но на самом деле у историков даже там толком не выстроена хронологическая шкала. Вот они называют, что вот был некий классический период, доклассический. А что там в это время происходило, там с самой разнообразной точки зрения можно встретить. И на самом деле вот как-то, может быть, даже все уже просто привыкли, что мы знаем якобы вот историю Древней Греции, поэтому, ну, что там изучать. Ну, зайди там в любую библиотеку, возьми там массу книг, можно найти. Ну и опять же столкнешься только с самым поздним временем. То, что касается в основном, ну, наиболее известной личности, это Александр Македонский, да, вот, вокруг которого, собственно говоря, вся эта культура дальше и вьется. То есть после него там резкий взлет Древней Греции и колонизации, там, в том числе там, побережья Средиземного моря, Черного моря и так далее. Почему мы, как бы, считается, что мы знаем, потому что, ну, это единственная, скажем так, древняя культура, которая изучалась там в Средневековье, в Европе, да, мы как бы наследники культуры Европы все-таки. Ну, по сути, его взяли как некий эталон, и от него отталкиваться, то, что даже до этого там как базу взяли. Другие вот народы проживали. Да, то, что было известно, то, что сохранилась масса литературных трудов, вот изучали древнегреческий язык, там, ну и, соответственно, Древнеримская империя, когда возникла, она же возникла как культура именно больше на базе Древней Греции. То есть римляне, они даже немножко упростили, скажем так, художественные изыски древних греков, да. Ну и вот этот вот конгломерат греко-римской культуры, он лежит в основе вообще всей нашей системы ценностей, всего нашего мировоззрения. А что было до того, действительно, мы знаем очень мало. То есть мы имеем полное право говорить о том, что все-таки были цивилизации, и они, безусловно, оставили свои следы, даже несмотря на то, что прошло не то, что тысячелетия, может быть, гораздо больше времени, чем даже мы можем себе представить и как-то обозначить временными рамками. Ну, какими-то временными рамками все-таки мы можем там некоторые вещи определить, да, вот, и, собственно, археологи очень часто отталкиваются, например, знаменитой критоминойской цивилизации. Вот считается, что она погибла при взрыве вулкана Санторин. В принципе, да, вроде бы там сходятся и датировки, и все, но вопрос: а откуда она вообще сама взялась, эта критоминойская цивилизация? То есть если
мы поднимем учебники, она как-то так стоит особняком. А что за цивилизацию, которой там, извините, был горячий водопровод, были общественные бани, там, причем горячий водопровод, воду подавали там на второй, на третий этаж. То есть по уровню, скажем так, бытовому, они уже даже мало отличались от нас. Ну, телевидения у них не было, конечно. Да? Вот. Но, в принципе, это очень развитая цивилизация. Она не могла возникнуть на пустом месте, просто на отдельно взятом острове. Да? Когда начинают говорить о каких-то истоках, тут уже начинается очень сильное разночтение. И на самом деле, вот, если мы будем говорить там, о той же самой Греции, как таковой вот, материковой части, там тоже далеко не все однозначно. Но вот если взять, например, знаменитую Микенскую цивилизацию, вот Микена по месту, собственно, главного их памятника и наиболее известного памятника, это Львиные ворота, вот, каменная кладка, значит, стена из каменной кладки, из больших блоков, и в ней ворота, которые украшены сверху барельефом львов. Ну, казалось бы, значит, вот эти львы преподносятся как верх микенской культуры, вообще скульптурной, скульптуры этой культуры, и именно обозначается вот, ну, как знак этой культуры. Но мы только подъехали, у нас архитектор Маша Дудакова, которая входила в экспедицию, так сразу же говорит, это не родное. Вот эти львы вообще абсолютно не вписываются в эту кладку. Ни по материалу, из которого они сделаны, даже по композиции. То есть сразу за спинами львов начинается каменная кладка. Такого не бывает ни в одном художественном изображении. Всегда за барельефом, за спиной должно быть, ну, то, что называется воздухом. То есть должно быть некое пустое пространство. То есть это приписали к микенской культуре, скульптуры, да? Она вообще, вот эта скульптура стоит не на своем месте. Это очень похоже, что это трофей или просто вывезена откуда-то вот с других мест скульптура. А убери ее, что останется от микенской культуры? Кроме керамики ничего. Скульптуры как таковой не остается. Более того, если смотреть там по композиции, эти львы, получается, вроде бы как пересекаются с критоминойской. То есть львы там тоже изображались. Но проблема в чем? Критоминойская цивилизация, она изображала только плоские рисунки на стенах, на штукатурке. А здесь скульптура, барельеф причем, это объемная скульптура получается. И начинаем искать следы другие, вот, собственно, Маша подняла литературу, говорит, наиболее подходит это по описаниям того, что имеется в других местах находки. Трое. То есть мы получаем дополнительное подтверждение той же самой там гомеровской эпопеи о том, что Троя там неоднократно была разграблена, в том числе греками. Пожалуйста, вот вам вывезенный трофей в результате войны или в результате еще чего-либо, в результате просто разрушения Трои. Ну, забрали этих львов, пристроили сюда. Вот. Ну, на самом деле, это как бы известно, в древнем мире вывозили сколько из Египта массово возили, и колонны, все чего угодно. И статуи тоже самое, те же самые древние греки. Поэтому то, что это могли привезти из Трои, вполне вписывается. Ну, давайте, Андрей Юрьевич, все-таки поближе подойдем к теме вашего путешествия в Грецию. Можете ли вы рассказать о том, что удалось обнаружить? Ну, так вот, собственно говоря, на этих львах, да, вот миллионы людей проходят, да и мы, собственно, сначала тоже прошли мимо них, ну, как мимо них, мы их даже пообсуждали, все, вот, с этой точки зрения. А потом на обратном пути, когда уже с памятника вышли, говорим, о, Господи, да вот же, там, вот мы ищем следы инструментов, то есть, там, скажем, пропилы, которые невозможно оставить древними инструментами. Вот прямо посреди львов имеется такой пропил. Точнее, не посреди них, а вот передние лапы львов опираются на некий постамент. Вот посредине изображения вот этого постамента проходит совершенно четкий надрез материала на достаточно заметную величину, глубину. И идет он так, постепенно сужаясь внутрь. Но сделан он не через все изображение. То есть для того, чтобы его сделать, это должна быть дисковая пила. Либо, что относится либо гораздо более позднему периоду, да? Ну, дисковая пила – это вообще, извините, наше время. Дисковая пила должна чем-то вращаться, да. И, обычно это электроинструмент. Электроинструмент у нас, извините, 20 век. Вот. Так более того, это твердый материал, достаточно твердый. Значит, там, ну, либо это, скажем, ножом можно было надрезать, но ножом в камень входить, это как? Это, в общем,
нас никто не представляет, как это можно сделать вообще. То есть камень должен быть мягкий. Там. Ну а дальше там на самом деле в этих микенах очень много мы нашли следов. То есть это на стойках ворот, например, внутренние углы. Кто-то там чего-то решил подровнять. Вот явно прошло что-то там, типа, опять же, пилы вот по дуге. Ну, это, например, можно было бы нашей болгаркой такую дугу оставить. Но там проблемы с царапинами, получается. То есть, если присматриваться к мелким царапинкам, которые оставил инструмент, опять же, получается какой-то нож, который резал там не только известняк, например, да, а резал то, что называется галечником, когда вот галька вместе с, там, с песком, со всем подряд, там, с какими-то сланцами, отложениями, все это спечаталось в монолит такой. Так там есть, например, просто на тех же микенах недопиленные блоки из этого галечника, когда пила проходила абсолютно одинаково, что через мягкую вот эту часть этого галечника, что прям вот через гранитные булыжники, которые там есть. То есть, ну, сейчас это только современное промышленное оборудование может сделать. А там, ну вот, на самом деле, вот в Греции мы поразились. То есть мы видели эти следы там в большом количестве, достаточно большом там. И в Египте, и в Перу, там, и в других странах. Но здесь прямо сконцентрировано. То есть на микенах вот идешь и буквально там метров 5-6 проходишь, вот что-то такое нашел, какой-то след от инструмента, совершенно который не мог быть ни у древних греков, ни у микенской культуры, которая предшествовала там древним грекам, считается. Да. А кто был в составе вашей делегации и насколько она была многочисленной? У нас было 9 человек. Ну, была съемочная группа, поскольку мы ездим, всегда снимаем видеоматериал для того, чтобы можно было сделать на этом документальный фильм. И вот по Греции, я думаю, что где-нибудь ближе к апрелю фильм мы все-таки сделаем, разберем, разгребем этот материал, который пока отложен. Вот, значит, ну, у нас есть постоянные участники. Вот Маша Дудакова, архитектор, она уже у нас была в нескольких странах вместе с нами, и Сирия, и Ливан. И Иран, то есть, ну, вот как бы в основном по Ближнему Востоку. Саша Дымников с нами, это физик из Санкт-Петербурга, ну, он физик и бизнесмен. Вот, он тоже был и в Египте с нами, и в Перу, и на Ближнем Востоке. Вот, и было несколько человек новых, которые, в общем, очень хорошо влились в коллектив, и это была одна из самых, пожалуй, удачных поездок с точки зрения того, что, ну, у нас есть такой термин, пассажиров не было. То есть не было людей, которые приехали просто развлекаться. Они с удовольствием искали вот как раз как бы следы именно этой цивилизации, участвовали в процессе, в обсуждении, то есть, ну, полностью включились вот в то, чем мы занимались. Что из увиденного вы со своей точки зрения считаете самым интересным? Ну, самым интересным это, конечно, то, что эти следы в Греции нашлись. Но мы знали, что они там есть, потому что Саша Дымников до этого ездил, он пару-тройку следов до этого находил уже. Причем еще когда был жутким скептиком. Он съездил тогда самостоятельно в поездку и был удивлен, что ему нашел там. Вот. Здесь, ну, пожалуй, можно несколько черт отметить. Во-первых, то, что вообще историки, как правило, не отмечают. Вот в основном мы нашли это в микенах и в тиренах, такие вот явно совершенно четкие следы. Обычно их относят вот к одной культуре. Но там, если присмотреться, можно увидеть совершенно четко абсолютно разные пласты по вертикали. То есть самый древний слой, он, ну, сделан из остатков каких-то фундаментов древних, на которых как раз следы все и остались. А сверху уже как раз то, что делала и микенская культура, и греки там делали. То есть это обычный там камень какой-то ломанный на глиняном растворе, там еще бог знает на чем. Да. И просто видна разница между тем, что лежит. Там даже не столько в фундаменте, там, например, попадаются блоки, которые вот в дверных проемах образуют как бы приступок внизу. И на них совершенно четко вот видно, что пила прошлась по краям, отрезая, как бы под, ну, показывая границы вот этого проема. То есть вот докуда там должен был идти полкомнаты, а где вот именно проем дверной пошел. И там, ну, я использую это, как бы, скажем, не очень литературное выражение, там их как грязи. То есть вот просто ходишь вот от камня к камню и видишь практически на каждом вот таком камне
какие-то такие следы, которые абсолютно не характерны для примитивного общества, а предполагают высокие технологии. Ну, плюс к этому, конечно, там поражают эти следы на галечнике. То есть, если в Египте мы встречаем это на базальте, на граните, в Перу на граните, то в Греции это галечник. Вот такой материал, который на самом деле, он требует даже, пожалуй, еще более сложного оборудования, чем гранит и базальт, потому что вот за счет своей неоднородной структуры, если использовать, например, ударные методы обработки там, или ну, простые ручные какие-то, да, то более твердые вкрапления будут вылетать. Они не будут срезаться там, по прямой там, или скалываться. Там будет очень неровная поверхность. А здесь, вот, невзирая ни на что, значит, инструмент прошел, значит, он прошел с очень большой скоростью. Там, либо быстрое вращение, либо быстрое движение. Вот это требует соответственной прочности инструмента и, соответственно, приводов определенных, опять же, каких-то не просто там механических, да, а именно вот то, что называется машинных. То есть машинные методы обработки камня. Ну и плюс там для нас как бы на первый план встала проблема формы следов, которые остались от инструмента, и тех мелких царапин, которые остались на поверхности. Вот сама поверхность при движении инструмента получается даже отполированной, не то что отшлифованной, то есть очень ровной. Но на ней остаются мелкие царапинки. То ли от того, что туда попадает какой-то песок или некий абразив, как говорят, да? Вот. То ли это вот именно на инструменте какие-то неровности. Но в любом случае, вот если мы возьмем обычную нашу болгарку, дисковую пилу, и попытаемся сделать такую же форму, у нас на самой поверхности останутся вот эти вот закругления, круглые следы, вот такие рисочки. Ну, многим они знакомы, особенно тем, кто ремонт дома делает самостоятельно, особенно очень хорошо это знают. Вот. И даже тем, кто сейчас по памятникам ходит и видит отреставрированные вещи, вот где современные археологи занимаются реставрацией, используют ту же самую болгарку, там вот эти вот штучки видны. А здесь риски идут не по дуге, как следовало бы ожидать, они идут параллельно краю. То есть остаться они могли действительно, если взять что-то типа ножа, и вот так вот его провести, ну просто чуть-чуть меняя по глубине уход, заход лезвия в материал. И сделать это одним движением. Вот одним движением разрезать подобный камень, но у нас нет вообще ничего, ни возможностей для ручной обработки, ни машинной обработки, вот просто нет. Это требует на самом деле менять твердость материала самого. Это то, что мы так условно после Перу назвали пластилиновые технологии. Вот, но там инструмент явно входил в материал, как будто в пластилин. То есть, а галечник же он и тем более, значит, мы можем рассуждать, как можно размягчить просто отдельно гранит, базальт там, и так далее. А здесь мы с неоднородным материалом вообще имеем дело. И у нас совершенно через разную твердость материала инструмент проходит совершенно одинаково. Вот я слушаю вас и прихожу к выводу, что от вас не скрылись детали, в то время как многие, выезжая за границу, наблюдая вот в общем и целом, на детали внимания не обращают. Вы изначально ставили перед собой такую задачу – увидеть то, на что раньше, не, может быть, не удавалось посмотреть так близко? Ну, сейчас, конечно, мы такую задачу ставим, потому что у нас все-таки 7-летний опыт экспедиционный за плечами, и мы уже знаем, что искать, то есть что наиболее показательно в плане реальных артефактов, которые остались от развитой цивилизации. То есть если мы видим следы именно машинной обработки камня, но оно достаточно очевидно, что не имеет отношения к тем известным культурам, про которые можно прочитать любого историка фактически. Да? Вот. Соответственно, они нас и интересуют, поэтому мы их прежде всего и ищем. То есть там, когда заезжаешь на памятник, где только ручная обработка, нам скучно. Нам неинтересно, потому что, ну, оно достаточно типово, оно, ну, понятно, да, там какие-то, может быть, религиозные. Загадку в себе не таит да, такую. Да нет, вот нет никакой особенной загадки, но понятно, что люди здесь жили, и жили достаточно давно, заселенный район. И почему бы не жить очень удобно там, с точки зрения там, плодородности почвы, там, рядом море, климат хороший и так далее. Вот. Но вопрос, что они умели, ну, понятное дело, там, керамика тоже понятна, там, простые сооружения, да. А вот эти мелочи и детали, которые указывают на совершенно другую цивилизацию, про которую
историки даже не упоминают, потому что ну, тогда они должны поставить крест на своей карьере. Вот ну, так, к сожалению, у нас построено научное сообщество, что не признает эту цивилизацию, поэтому... Хотя у нас вот уже набрано столько конкретных фактов, что мы считаем вопрос спора вообще вокруг была, не была древняя цивилизация, которая превосходила нас по уровню развития, эти споры надо уже прекращать. Мы уже набрали такую фактологическую базу, что ну, просто это смешно спорить. Вот они, факты есть. То уже. Есть совершенно однозначно можно сказать, что были цивилизации, есть этому подтверждение. Да, зафиксированное, доказанное подтверждение. Пожалуйста, любой может там их фиксировать не надо, они есть. Вот любой может приехать и посмотреть. Ну, понятно, что мы их зафиксировали на видео, на фото, да, и, но любой может просто больше того, вот что требуется от фактов. Любой может сам приехать, сам посмотреть, сам пощупать и проверить. Особенно в наше время, когда, пожалуйста, железного занавеса нет, покупай билет на самолет, бери загранпаспорт, все, вперед. И вы знаете, Андрей Юрьевич, многие, кто выезжает за границу, отмечают, что до наших дней лучше других театров античности сохранился крупнейший театр в Эпидавре, рассчитанный на 15 тысяч мест. В греческих городах зарождавшаяся демократия считалась гражданским долгом ходить на трагические и комические представления, когда на сцене разыгрывались конфликты новой демократической эпохи в назидание гражданам, забывшим, что такое власть деспотов. То есть театр учил. Но можно ли говорить о том, что что-то уцелело от древних цивилизаций, или те, ну я привожу вот в пример только здание театра, может быть, на их фундаменте строились уже более поздние культурные в том числе сооружения? Дело в том, что Эпидавр это уже более позднее как раз. Это уже вот та самая классическая древняя Греция, на которую мы, собственно, и выучены в школе. Да, он просто дошел до наших дней более в сохранившемся состоянии. А сейчас очень много амфитеатров подстроено заново археологами, реставраторами. Но они, в общем-то, служат для того, чтобы показать тем, кто приезжает сейчас как туристы, как это было раньше. Как это было, да. Ну, приукрасить, подсветить. Ну и Эпидавр там и остался-то от древности, на самом деле, только сам вот, чаша амфитеатра. А вокруг стройка идет мощнейшая. Там отстраивают сейчас и стадион, и храмы, причем даже из современного мрамора там стоят станки, краны мощнейшие. То есть опять делают очередной Диснейленд. Ну, что греха таить, история уже давно стала отраслью, приносящей деньги. Тем более, что туризм у нас с каждым годом все развивается и развивается, а большей части туристов ведь интересно не покопаться в земле, не найти там в обломках что-то, да, а приехать и посмотреть, как это было. Ну, пожалуйста, есть спрос, будет и предложение. Вот вам построят то, как это было. То есть мы сейчас можем судить о каких-то механических достижениях цивилизации, да, говоря вот о распилах, допустим, об обработке каких-то сооружений. А можем ли мы представить, какой была архитектура? Ну, если по Древней Греции говорить, то по основным вот участкам, где мы нашли следы именно вот наиболее древней, вот этой высокоразвитой цивилизации, в Тиренах и Микенах, там восстановить невозможно. Там все, что остались, это прежде всего вот эти вот дверные проемы, какие-то отдельные блоки, которые явно находятся уже не на своем месте. Даже вот сами ворота, на перекрытии которых мы там следы находили, на стойках, нет никакой гарантии, что они стоят на своем месте. То есть и в древние времена, и сейчас там реставраторы все это дело перестраивают. Понятно, что никто через завалы ходить не будет, никому это не интересно. Да? Тем более, когда там те же самые древние греки приходили на места, которые они считали, что связаны с богами, они были, эти естественные места, воспринимались как священные. Естественно, было там построить какие-то храмы в знак почитания тех же древних богов, да? Ну и, естественно, использовать то, что от этих богов осталось для этого поклонения. Поэтому, конечно же, ну, не оставлять же это в разрушенном состоянии. Здесь винить-то их не в чем, это вполне понятно и логично. Вот. Другое дело, что вот глядя на ту сумятицу, которая осталась, вот сложно себе представить, что там было. Но есть в Микенах две
две точки, даже это просто два объекта конкретных, которые совершенно четко сохранили старую архитектуру, именно древнюю архитектуру. Это то, что называется там могилами. Мы бы вообще случайно, вообще вот почти случайно на них вышли, мы бы точно прошли с туристами вместе, мимо них. Потому что туда никто не заглядывает. Вот редко кто туда заходит вообще. Просто на меня еще до поездки вышел человек, там, который живет непосредственно в Греции, и он к нам присоединился, и он точку уже знал, он долго по ней лазил, что называется, да? И он нас отвел чуть в сторону от тропы. Там казалось, что искусственный холм. В этом искусственном холме сделано то, что называется, считается гробницей. То есть, с одной стороны, у нее вход, значит, как бы в холме прорытый, как бы получается проход, укрепленные стенки каменной кладкой. И очень высокий и узкий для такой высоты вход, окаймленный каменной стенкой. А дальше там круглое помещение с высоким сводом. Но сразу нельзя было понять, что это захоронение, да? Или какие-то признаки, ну, на это указывали? Ну как, если что-то под землей, значит, это захоронение. Да? Но и вот если посмотреть на то, что мы ищем, да, там вот как раз именно на этих двух объектах больше всего следов оказалось именно машинной обработки. Где-то внутренние углы обработаны машинным инструментом. Где-то внешние грани там доведены. Причем вот такое впечатление, что это делалось наспех и не интересовало там выравнивание, например, всей площади. Вот чуть-чуть край подровнял и достаточно. Но прорези этих там вот буквально по всем косякам этих дверей, там по всем стойкам. Там стоят постаменты, остались от каких-то статуй при входе. Вот эти сами постаменты вырезаны с помощью машинного инструмента. То есть явно высокотехнологичная цивилизация устраивала вот там что-то. Вопрос, что? Если мы говорим там захоранивать, ну зачем делать высотой метров, сколько там, метров 8-10 купол над пространством? Ну, бессмысленно. Тем более, что нужно делать искусственный холм. Зачем? Ну, а вот как вы сами думаете, для чего это сооружение? Вы знаете, оно вот очень похоже на какое-то специальное укрытие для какой-то техники. Бункер? Бункер, да. Вот такой полуподземный бункер с искусственной насыпью. То есть каменная кладка внутри, которая закрывает некое пространство, защищает от чего-то. И вот искусственный холм вокруг, укрепляющий, защищающий. Вот. Может быть, там от внешнего излучения какого-то там, от космического, скажем, да, или там. Ну, вот, например, египетские храмы производят собой впечатление очень часто некого защитного термоса, когда там границы снаружи, внутри, а между ними известняк проложен. Хорошо не только охлаждает помещение летом в жару, да, но и препятствует проходу там всякого электромагнитного излучения, нейтронного и так далее. То есть, ну вот, скажем, хорошо, мы привыкшие к солнцу, к его там. Ну и нам тяжело в жарких странах бывает или на высокогорье, когда излучение от него будет гораздо сильнее идет, чем мы привыкли. Но почему бы там другой цивилизации тоже там не предохраняться таким образом? Тем более, что полуподземный бункер мы в изобилии встречаем в той же самой Древней Греции. Что-то попадается там в Перу, похоже, опять же, на бункеры. Ну и опять приходит на тему ассоциации с той, значит, темой в мифологии, которую условно можно назвать войной богов. То есть когда вот подземные и полуподземные сооружения, явно с укрепленной кровлей, ну могли, по крайней мере, нести функцию сохранения не только от постоянного какого-то источника там, излучения, там, а от мощного взрыва того же самого и так далее. Вот сейчас вы невольно подтверждаете мысль, которая звучала в наших других программах с другими участниками, которые, в частности, утверждали, что древние цивилизации появились благодаря инопланетным перемещениям. То есть это инопланетяне, которые вот каким-то образом облюбовали нашу Землю и поселились на ней, привнеся свои технологии. У вас не возникает такой мысли?
Ну, собственно, я сторонник как раз инопланетной версии. Я считаю, что те следы, которые мы находим, это следы, как раз составлены представителями этой инопланетной цивилизации. Это не наши цивилизации, не земные. Это не древние греки, это не древние египтяне. Это именно вот те, кого они сами называли богами. То есть вот мы ищем следы цивилизации богов. Вот можно сказать вот так. Вот, и мы их находим. Почему инопланетные? Да потому что следы инструментов мы находим, а следов того производства, где были созданы эти инструменты, не находим абсолютно. Вот. А переработана масса камня. Вот в Греции мы в очередной раз столкнулись с тем, что очень много камня переработано, обработано, оставлены следы эти. А где инструменты, которые в любом случае ломаются, снашиваются, стачиваются? Их же нужно где-то изготавливать, и изготавливать непрерывно, а это целый производственный цикл. Мы не можем взять вот одну болгарку и воспроизвести ее силой мысли. И опять же, там, ну, будь левша семи пядей во лбу, он не соберет болгарку просто так на пустом месте. Подручных средств. Да, у него должна быть проволока соответствующая для электропривода, у него должно быть электричество где-то выработанное для работы этой болгарки и подведенное к месту, где это будет работать. Или какой-то аккумулятор на этой болгарке должен сидеть. У него должен быть диск с алмазным напылением, чтобы пилить такого рода камни. Если мы говорим там пластилиновые технологии, значит, должно быть устройство, которое размягчает камень. И так далее, и так далее. Это один человек не в состоянии не то что там произвести, но и придумать даже не в состоянии. Это целая мощнейшая культура, целая цивилизация. Ну, в этом случае теория Дарвина как-то меркнет по сравнению с такими выводами. Или вот тоже звучали такие версии, что человечество, которое, ну, так сказать, пошло от инопланетян, и человечество, которое появилось в результате как раз вот дарвиновской теории, они развивались параллельно. И, скорее всего, ну, первое погибло в результате деятельности второй. Здесь мы, пожалуй, уйдем уже в область мифологии и анализа. Ну, этого мы коснемся в других наших программах. Да, да, да. И здесь, собственно, по Древней Греции это здесь жесткой привязки к этой теме нет. Здесь есть гораздо более интересные привязки немножко к другому, опять же, вопросу, а что за боги были в Древнем Египте, ведь, ну, в Древней Греции. Ведь сама древнегреческая мифология упоминает целых три пласта богов. Там как бы бог, который все это дело основал и так далее, и так далее. Это один бог. Значит, бог, который правил там в свое время там титанами и так далее. Это уже другой бог, это Кронос, да. А Кроноса сверг Зевс, в общем, и уже при древних греках главным считался Зевс. И здесь, там тоже получается очень интересно, особенно если сравнивать с другими регионами, вопрос, а кто был? Там можно провести параллели там, между Кроносом и Зевсом, там, параллели с Ваалом и Яхве, с известными. Тем более, что древнегреческая мифология, вот, и, собственно, культура вся греческая, что там говорить, она вся принесена с Ближнего Востока, с Передней Азии. Мы привыкли, что вот греческая культура вдруг, вот нас так учили, что она вдруг возникла из ничего. Ну, давайте вспомним банальную вещь. Александр Македонский завоевал Персидскую империю, мощнейшую организацию, которая уже имела свою развитую архитектуру, свой стиль и так далее, и которая тоже, на самом деле, свой стиль перенимала. Ведь если посмотреть, вот мы ездили в Иран, там сохранившиеся памятники той же самой Персидской империи, созданные за сотни лет до Александра Македонского. Там очень похоже, во-первых, на то, что мы видим в Древней Греции, а в Древней Греции, естественно, этого еще не было. А во-вторых, мы видим то, что очень похоже на Переднюю Азию, которую персы тоже сначала завоевывали. Вот оттуда они это дело привнесли. И опять же, вот Александр Македонский, он прошелся и через Переднюю Азию, и через столицу той страны, царей которых он сам боготворил. Ведь он преклонялся перед царями Персии. И, собственно, у него была мечта привнести их достижения в свою страну, что он и сделал, что произошло благодаря его завоеваниям. А это на сотни лет до Александра Македонского все это уже было. Все, что мы считаем древнегреческой культурой. Почти все. Ну вот, как бы я не беру там тоже и самое искусство, там чисто вот там. Ну, с некоторыми оговорками. Да, 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 с некоторыми оговорками. Да. Что касается архитектурного стиля, это совершенно четко вот вывезено из Передней Азии.
И мифология оттуда же пришла, потому что на самом деле корни древнегреческой мифологии, они уходят в древний Шумер. А это на тысячи лет раньше. Вот с какой-то модернизацией, с видоизменениями, с наложениями через вавилонскую культуру, там, через персидскую, опять же, там, через царство Урарту, это уже Передняя Азия пошла и так далее. Вот. Все это постепенно пришло через те же самые там, морские связи. Все это пришло в Древнюю Грецию. Андрей Юрьевич, вот как вы думаете, почему современным людям так интересна древняя история? Ну, здесь у кого какой интерес, что называется. А у вас, да? Но мне это интересно не столько древняя история. Мне, история, хорошо, там люди развивались, как-то жили. Вот. Любопытно, но не более того. А мой интерес именно в том, что не вписывается в имеющуюся картину. Когда мы сталкиваемся с фактами именно высоко развитой в техническом отношении цивилизации, вот это начинает интриговать. Интриговать тем, что мы сталкиваемся с тем, что мы повторить сейчас не можем. Но это уже кто-то когда-то сделал, значит, это сделать можно. Значит, можно попытаться найти способы, как это было сделано, или способы, как это можно повторить, ну, пусть другие. То есть, грубо говоря, это поиск технологий богов. Вот мне лично интересно это, прежде всего. Это движение вперед. То есть у нас на самом деле получается, что мы на примерах древней истории можем двигаться вперед. Не просто как мы привыкли воспринимать историю, что ее нужно знать, чтобы не совершать ошибок тех же самых. Наоборот, здесь ее нужно знать для того, чтобы продвинуться вперед и в технике, и в каких-то, может быть, даже научных знаниях. Потому что там явно за всеми этими технологиями стоит колоссальнейший пласт того, что мы еще, до чего наша наука не доросла. Можно ли утверждать, что такие же аналогичные ситуации, аналогичные цивилизации проживали и на других континентах? Я вас поправлю, не аналогичные цивилизации, а та же самая цивилизация. Та же самая инопланетная цивилизация оставила следы, гораздо больше следов оставила в Египте, гораздо больше следов оставила в Перу. Там вообще самые умопомрачительные следы с точки зрения технологий. А кое-какие предметы остались в Мексике, и предметы, и объекты от этой цивилизации. На Ближнем Востоке мы находили следы и в Ливане, и в Сирии, и в Израиле. Ну, пожалуй, только в Иране не нашли. Вот сейчас собираемся по весне, если удастся, экспедицию еще в Турцию. Надеемся, что и там найдем. То есть по всей планете мы видим, на самом деле, очень схожие следы обработки камня. А что их объединяет? Вот какие признаки объединяют эти находки? Объединяет, в принципе, один и тот же, во-первых, уровень развития технологий. Эти следы очень похожи друг на друга, вот следы инструментов, которые мы видим. Очень похожие архитектурные приемы, строительные приемы вообще один в один. Причем там строительная логика отличается от привычной нам. Ну, то есть мы, например, привыкли как? Возводить силовой каркас, а потом его облицовывать. Мы даже в слово «облицовка» вкладываем больше декоративную функцию. Облицовку делаем для красоты. Там все делалось кардинально наоборот. Вот та же самая разница, что между, скажем, скелетом у человека, да, вот это то, что мы применяем. А там логика насекомых, например, вот у жука, да, у него мощный корпус, а скелета нет внутреннего. То есть у него кожух вот несущий, охраняющий его. Точно так же, если мы возьмем пирамиды, если мы возьмем храмы какие-то древние, там, прежде всего это внешняя часть, внешние стены. Вот то, что мы привыкли называть облицовкой, там несет, выполняет несущую функцию, силовую. Вот это прежде всего то, на чем держится вообще все сооружение. Какие уроки мы можем для себя вынести сегодня, уже основываясь на тех знаниях, которыми располагаем? Ну, уроки прежде всего, что в любом случае надо пересчитывать древние легенды, предания, мифы, там, надо пересматривать все эти памятники. Вот с точки зрения то, что называется технарей. И пытаться использовать эти знания, которые там есть, эти факты, для собственного развития вперед. Это уже главный урок, что это не прошлое, это не примитивное. Это, наоборот, наше будущее и наше развитие.
Ну что ж, прекрасно, Андрей Юрьевич. Я сегодня для себя даже услышала очень много интересного. Я думаю, что телезрители со мной согласятся. Я благодарю за участие в поиске ответа нашего гостя, исследователя, путешественника, писателя Андрея Юрьевича Склярова. Наша программа подходит к завершению. Напоминаю, вы можете делиться своими историями, фактами, событиями, которые с вами произошли, и задавать вопросы, написав на нашу электронную почту astrotv@inbox.ru. С вами была Анна Богачева. Увидимся вновь в программе «В поиске ответа».